Здравствуйте. Мы продолжаем серию интервью в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях ветеран Отечественной войны народа Абхазии, кавалер ордена Леона, председатель политической партии АПСНЫ, экс-вице-президент Республики Абхазия Виталий Габни. Виталий Викторович, добрый вечер. Большое спасибо, что пришли к нам и нашли время ответить на наши вопросы. Виталий Шумас, добрый вечер. Если вы не против, приступим к нашей беседе. И вот с чего бы я хотел начать сегодняшнее интервью. Вся страна наблюдала за событиями, которые сегодня разворачивались в Тхуарчале. Группа людей требовала отставку главы местной администрации Аиды Чачхали. Аида Чачхали, в свою очередь, от отставки отказалась. В итоге, после нескольких часов вот этих вот событий, исполняющий обязанности президента Республики Абхазия подписал указ, согласно которому Аида Чачхали ушла в отпуск. Виталий Викторович, очень хотелось бы услышать ваше мнение. Прокомментируйте, пожалуйста, и как вы лично относитесь к этим событиям. Я не был участником сегодняшних событий в Тхуарчале, но по событиям связался с главой администрации Аидой Чачхали. Те безобразия с рукоприкладством, которые имели место быть сегодня в Тхуарчале, закрепляют по существу право сильного, которое становится в нашей стране уже нормой. И без разницы, каков закон и как нужно вести себя с женщиной. Мысленно это отсылает нас к чувствам, которые мы испытали при разграблении администрации президента. Хотелось бы услышать оценку от председателя политической партии Амсахары, поскольку представители данной организации сегодня действовали в Тхуарчале. Ну, а также услышать мнение лидера оппозиции Аслана Абжани. Но предположу, что его сторонники сегодня оказали ему медвежью услугу. Вообще в мире существует потребность, она справедливость. И я считал, что в этой части нам есть чем похвастать. Люди, которые отсылают нас к противостоянию, основанному на хаосе, они не будут востребованы. Сегодня у абхазов нет больше врагов, чем мы сами. Будучи за позитивом, за людьми, объединяющими, без реваншизма и способных уйти от личностных обид. Виталий Викторович, ну я должен отметить, как раз еще и в выпуске новостей прозвучало заявление лидера оппозиции, кандидата в президенты Республики Абхазия Аслана Абжани, в котором он осудил эти действия и подчеркнул, что никого не отправлял с намерениями решать таким образом вопрос. Ну, здорово, раз так, но уметь контролировать своих сторонников, в этом есть острая необходимость. Виталий Викторович, вообще, в принципе, тет-а-тет программа создана как раз для того, чтобы обсуждать сложившуюся политическую ситуацию после событий 9 января. Как вы оцениваете эти события и, главное, как выйти из этого политического кризиса? Можем поговорить и о предпосылках тоже. Я не вижу смысла, Саид, говорить о событиях 9 января, как и о событиях 2014 года, как и о событиях 2004 года. Мотивации для реванша у каждой из сторон становится все больше, а временные промежутки с целью захвата власти все короче. Как результат, люди, смотря на все эти безобразия, перешли от апатии к безразличию и не хотят, и не готовы участвовать на выборах вовсе. В то же время существует общая тенденция недоверия к власти во всех странах Старого Света. Не конкретно к президенту, выраженного в процентах, а ко всей политике, к государственному управлению в целом. Но мы на наших пермоментных противостояниях довели общее состояние недоверия до абсурда, что у людей потеряна вера в
здоровое, в лучшее будущее. И избиратель не готов, повторюсь, выходить сегодня на выборы вовсе. Когда мы долгие десятилетия стоим в прямом противостоянии, каждая из политических, по-другому скажу, каждая из политических сторон была во власти и ничего позитивного, в принципе, не добилась, поскольку шла на разделение. И при и так скудном кадровом ресурсе. В сегодняшние времена, на мой взгляд, выборы, в которых мы стоим, несколько отличаются от всего того, что было ранее. Нет, я не вижу и не ощущаю в лидерах, в кандидатах, которые идут на выборы, того жесткого противостояния в их риторике. И это радует, поскольку, повторюсь, при постоянном... Какой президент способен показать результат, когда каждый четвертый месяц есть необходимость отбивать комплекс правительственных зданий от захвата толпы. В этих условиях глава государства вынужден идти на поводу у улицы, которая способна защитить крыльцо его администрации. И он становится им должен, аппетиты которых при этом чрезмерно растут. Вот нам нужно выйти из этого противостояния. Но сделать, с одной стороны, совет это непросто, поскольку основой политического устройства является политическое состязание политических сторон. Это значит, что мы не можем объединить всех со всеми, иначе мы получим авторитарный режим. Но у нас... Нам не хватает политической культуры, когда лучшие могли быть востребованы в рабочем взаимодействии политических сторон. Те фразы, которые мы периодически слышим, обратно же основанные на разделении, вот мы, вы, это наши ребята, которых мы не отдадим, что означает... что и ваши хорошие ребята нам тоже не нужны. Ну, знаете, на реваншизме и личных обидах мы из этой спиралевидного круга не сможем выйти. У каждой из сторон, конечно, есть свои подготовленные кадры, но они считанные на фоне общего неликвида людей с известной репутацией. Поэтому политический истеблишмент только первого круга – это порядка трех сотен человек. Трех десяток человек. Я полагаю, что ни у одной из политических сторон нет в распоряжении такого кадрового потенциала. Мы этнос небольшой народ, где в случае, если мы объединим все здоровые силы, вряд ли нам удастся покрыть даже первый круг политического истеблишмента, ну, не говоря уже о том, что существует и еще множество назначений второго ряда. Виталий Викторович, все же были события 2004 года, события 2014 года и события 2020 года. Оценок этим событиям нет. Вы непосредственный участник событий 2014 года. Лично вы как оцениваете эти события? Уже прошло 6 лет. И можете ли сравнивать события 2014 года с событиями 2020 года? Можем ли мы говорить о том, что события 2014 года, это, вернее, события 2020 года, это вот закономерность, это того, что происходило в 2014 году?
Ну, я выше сказал об этом, что мотивация для реванша у каждой из сторон становится все больше. Я не вижу смысла в этом копаться, поскольку если мы начнем детализировать эти процессы, во многом точка зрения будет ложиться в зависимости от того, на какой стороне человек находится в данной политической ситуации. Это настолько субъективно, что говорить об этом не приходится. В целом нужно понять, что и события 2014 года не являются лучшей историей, лучшей страницей в нашей советской, в нашей новейшей истории, как и события от сегодняшнего дня 2020 года. Виталий Викторович, вы говорили о том, что у народа нет доверия к власти. Народ не верит, если говорить простым языком. Но как сделать так для того, чтобы люди поверили? Вот сейчас идет предвыборная кампания. Все кандидаты призывают проголосовать за свою команду. Говорят о том, что будут работать с профессионалами независимо от политических взглядов. То есть это такая предвыборная риторика, с которой, наверное, наш народ сталкивается на протяжении каждой предвыборной кампании. Как сделать из всего этого правильный выбор? Правильный выбор мы увидим по прошествии, потому что слова значительно расходятся с делом, особенно у политиков это к тому же является нормой. Как сделать власть доверенной для людей? Я скажу, что доверенность для народа, она в лицах. Мы, повторюсь, небольшое государство, небольшой социум, где прямо либо опосредованно имеем представление о любом назначенце, чем он руководствуется, какие его характеристики. И поэтому все зависит от команды. Когда мы говорим о конкурсности при приеме на работу, я с этим согласен. Это хороший отбор для управленцев среднего звена. Но есть такое понятие, как команда с чувством, политическая команда, с чувством локтя и плеча, которая способна держать и удерживать вертикаль власти. Для понимания я вам переложу это в практическую плоскость. Первая команда из 4 человек состоит из президента, вице-президента, главы администрации президента и премьер-министра. Вот в нашем случае за все время пребывания во власти у нас в этой первой четверке не было единомышленников. А это является обязательным условием для получения результата. Далее, по степени значимости, мы прибавляем еще троих назначенцев. Это министр МВД, председатель СГБ и министр финансов. Далее мы к этой семерке прибавляем уже 7 глав администрации. Это по существу власть на местах, которые исполняет поручения президента, в которой содержится финансовый ресурс, административный и любой иной. И только затем мы выходим на последующую семерку министров, кабинета министров. И в этом случае назначенцы могут быть вполне и оппозиционными ребятами, если они профессиональны, если в них присутствует тот набор качеств, который нужен для управленцев, патриотичны и честны. Вот из того, что мы сейчас с вами на быструю проговорили, у нас вышло 21 человек, 3 по 7. Далее мы к этому числу прибавим назначенцев из оставшихся силовиков и председателей, либо директоров государственных компаний. Так вот, ни одна из политических сторон не обладает кадровым ресурсом на 3, повторю, десятка человек, и это только по первому кругу. А еще есть замминистры, еще есть председатели
председатели комитетов, еще есть начальники управления. То есть мы не обладаем колоссальным ресурсом. А вы обратите внимание еще на то, насколько время быстротечно. За последние 40 лет человечество открыло больше открытий, чем было накоплено до этого за все время существования людей. Когда говорят, что кадры решают все, это, поверьте мне, это так. И одного базового образования сегодня мало. Нужно и необходимо постоянно над собой работать и совершенствоваться. Вот буквально там вплоть до пенсии и даже далее. У нас много людей в Абхазии, которые с высшим образованием. Но это означает, что у них была возможность получить знания. А получили ли или нет, вопрос остается открытым, как они позволяют себе говорить, я же с корочкой, почему я сегодня нигде не работаю. То есть кадры являются определяющими, а в силу того, что я вернусь к началу, наш социум небольшой, эшелон первый должен быть уже из маститых политиков и управленцев. Не может человек прийти и осваиваться на высокой должности. Для этого нужно пройти определенную жизненную школу. И здесь нужны профессиональные качества, его репутационные, каковы его издержки. А конкурсный подбор кадров, он в среднем звене, я считаю, что вполне может хорошо быть задействован. Виталий Викторович, абсолютно все твердят о необходимости объединиться. Что значит объединиться и возможно ли это сделать, учитывая, что, как вы сами говорите, команды не обладают необходимым количеством кадров? Как это сделать и когда это нужно сделать? Кто это будет делать? Ну, вопрос, с одной стороны, абсолютно определенные, но насколько это возможно в наших условиях, это разговор другой. Каждый кандидат в президенты, он ограничен в своих возможностях, исходя из той полевой силы, которая его держит и поддерживает. Если ему, придя во власть, придется держать жесткую оборону, то он вынужден будет опираться на этих уличных бойцовых людей. А в таких условиях показать результат практически не представляется возможным. Успех президента зависит от того, какую команду он смог набрать. Я вам, исходя из своего опыта, Саид, скажу следующее. В политике сложно себе нажить друзей. Во власти рано или поздно большая часть людей предают. Но когда ты ставишь на сильных людей с высокой долей автономизации, ты вместе с ними, во-первых, а, растешь, а б, это команда, которая с вероятностью достигнет успеха. А в успехе никто не предает. И если президент в состоянии набрать такую команду без разделения на своих и чужих. Почему? Потому что в данном случае у него появляется возможность, поле для маневров для широкого кадрового выбора. А во-вторых, появляется возможность для спокойной работы с вовлечением персоналей, представляющих политические стороны, поскольку они тоже вовлечены в общее дело. Ну и вот вам и ответ на этот вопрос. Насколько каждый из претендентов способен с этим справиться? Мы слышим правильное высказывание, говорящее о том, что нужно людей назначать по его профессиональным там навыкам и личностным характеристикам и репутации, что самое важное. Но это является предвыборным лозунгом или нет, будет ясно сразу же после того, как человек после инаугурации начнет набирать свой аппарат. Должен сказать, что кадры были ахиллесовой пятой каждого из предыдущих президентов. Ну,
Получается, что это просто нужно закрыть избирателю закрыть глаза и довериться, потому как невозможно это проверить до, невозможно это понять до. Получается, на следующее утро мы просыпаемся и понимаем, что мы совершили ошибку, и значит, мы опять вынуждены собираться и диктовать свои условия. Но это вилка на двух концах, поскольку, с одной стороны, кандидат в президенты не хочет быть кому-либо обязанным, и это дает ему возможность набрать команду в соответствии с его видением, желаниями и целями, которые он перед собой ставит. А с другой стороны, здесь вопрос, как вы сказали, на доверии. А мы сегодня понимаем, что уже мало кто кому доверяет, и для этого есть множество объективных причин. Когда человек обозначает команду изначально, сразу, то мы понимаем то, на кого он опирается, каких людей он вокруг себя видит, и мы можем дать оценку изначально, для чего идет человек и какой с целью. Поскольку когда назначают управленца слабого, несостоятельного, то не харизматичного, там, не сильного, то он свое окружение далее в своем, там, я не знаю, своей администрации, в своем министерстве формирует по своему образу и подобию, и видя комфортно свое состояние еще в более слабых людей, нежели он сам. За редкостью бывают и отдельные, и противоположные случаи, когда руководитель является сильным, но в своем аппарате он подбирает людей, которые способны только слепо выполнять его поручения, будучи авторитарным. Вот не тот, не этот руководитель не является... Не будет являться тем, кто способен принести результат. Еще раз говорю, когда ты собираешь сильную команду с высокой долей автономизации, что у нас почему-то не очень любят, есть высокая вероятность того, что такая команда достигнет успеха. А в успехе, во-первых, не бывает предателей, и, во-вторых, успех определяет любую деятельность. Виталий Викторович, хочу вам сказать, что прямо сейчас мы находимся, наша трансляция идет и в социальной сети Facebook, там люди задают вопросы, режиссер мне сообщила, вот наш гражданин попросил задать вам вопрос, связанный с обещаниями в поднятии пенсии. Я так понимаю, речь шла о пенсии в 15 тысяч рублей. Пожалуйста, прокомментируйте, но почему все-таки не удалось к этому привести? Речь шла о предвыборном обещании, и речь шла о 10 тысячах, и мной было сказано, что это возможно, исходя из той коррупционной составляющей, где большая часть экономики находилась в тени. И мной было сказано, что если мы в состоянии вывести экономику из тени, мы можем себе позволить поднять выплаты по некоторым социальным вопросам, в частности и пенсии, до 10 тысяч. Но нужно сказать, что мы этого сделать не смогли. И по тем кадровым решениям, которые были приняты президентом, мы ничем не улучшили то состояние управления, что было до нас. И это объективно. Если говорить обо мне, я скажу, что в отдельно взятом кабинете выстроить или прийти там к намеченной цели, это невозможно. Для этого нужны коллективные усилия. И то, что люди, многим из которых я верил, придя к власти, быстро переобулись, конечно, это было сложно мне для себя принять. И это то, что мне, в общем-то, ту действительность, которую я с трудом для себя принял. Должен вам сказать, что если взять меня образца 2014 года и 2020, это совершенно два разных человека, поскольку так часто бывает, когда
твое эмоциональное и психическое состояние, в том числе, несколько отстает от твоего биологического возраста и в том числе там, твоих знаний, в том числе академических. Но пройдя через сложную школу администрирования, через череду предательств, вообще через сложные для себя времена, я сегодня чувствую себя наиболее собранным и подготовленным. И понимаю, что такое и насколько значима практическая работа для человека, поскольку я до этого занимался бизнесом, а в условиях и всегда занимался общественной деятельностью во все времена, начиная со школы. Именно это общественная составляющая вывела меня на выборную должность, которая тоже не является чиновничьей. Виталий Викторович, в начале нашей беседы вы дали такую краткую оценку предвыборной кампании, отметив, что между кандидатами нет какой-то явной агрессии. Может быть, вы еще можете отметить какие-то особенности, аспекты вот этой предвыборной кампании? Ну, на мой взгляд, текущие выборы, они действительно во многом отличаются от всего, что мы проходили ранее. Существует мнение, что именно в это время формируется некая универсальная сила, которая способна нас вывести из спиралевидного, замкнутого круга. Это люди, которые, у которых за время долгого противостояния нет личностных обид, нет желания в реваншизме. А мы все живые люди, и я понимаю, что это многим мешает. Мне понадобилось время и приложить множество усилий для того, чтобы выработать для себя новую философию. Но я вам хочу сказать, что далеко не все с этим справляются. Виталий Викторович, давайте поговорим о коррупции. Вообще, возможно ли минимизировать коррупционную составляющую в нашей стране? И, на ваш взгляд, как это сделать? Потому что в обществе есть такое мнение: если чиновник, значит, обязательно взяточник, если занимает должность, значит, обязательно пользуется связями. Давайте поговорим об этом. О коррупции можно говорить много, философски или более приземленно. Но и в том, и в другом случае мы придем к одному. Это принятие правильных законов и необратимость наказания без всяких регалий и кумовства. Все, другой формулы нет. Ну, если говорить, продолжить тему, вот есть инициативная группа, которая долгие месяцы бьется за принятие 20-й статьи Конвенции ООН. Как вы лично, то есть, ну, считаете ли вы, что чиновник должен декларировать свои доходы, его близкие и родственники должны декларировать доходы, и может ли это помочь нашей стране? Я уверен в том, что нет противников этому закону. И здесь складывается ложное, мнение о том, что там власть имущим это не нужно. Дело в том, что парламент не обладает ресурсом, под парламентом нет сильной правовой базы, в результате которого они могли бы разработать этот закон, поскольку в декларативной части, да, вы его сказали, но он за собой несет многие другие подзаконные акты, он должен быть работающим. А для этого его, необходимо создать, возможно, даже комиссию, которая его разработает, актуализирует все моменты и прогонит на медиаплощадках и вынесет это в парламент. Сам парламент в полной мере такими возможностями не обладает. Обычно в нашем случае это работает так, что этим занимается правовой отдел администрации президента, который является основным ресурсом подачи законов в законодательное собрание, а далее они там в первом, втором чтении рассматриваются. Я знаю, что мы знаем, вернее, что не далее, как две недели, как это был закон принят, но с отсрочкой. Отсрочка была связана именно с тем, что должна быть проделана
большая, кропотливая работа для того, чтобы иметь возможность в дальнейшем этим законом пользоваться. Его нужно доработать. А законы в нашей стране принимаются. А есть база, есть законодательная база. Но мы всегда, и здесь, в этой студии, мы очень часто это подтверждали, сталкиваемся с тем, что у граждан, и у чиновников, это от этого не зависит, есть четкое осознание того, что, в принципе, закон можно обойти, можно позвонить, можно вопрос решить. Вот, Виталий Викторович, извините за такой прямой вопрос. Бывало ли такое, что вы, занимая должность вице-президента, решали вопросы по звонку? Но ведь кто эти чиновники? Ведь они есть. И так ли это? Сталкивались вы с этим? Поскольку у нас законы не работают, нет необратимости наказания, а если у человека нет совести, и к тому же он не боится, поскольку нет репрессивного механизма, конечно, власти будут злоупотреблять. Я в данном случае могу сказать за себя, в бытность вице-президента, у меня было порядка 7 государственных комиссий, причем до меня их у каждого вице-президента всего было 2. Это комиссия по гражданству и комиссия по наградам. По наградам тоже отчасти, поскольку она была закреплена за Министерством обороны. Вот в моем случае мне передавалось все, что плохо работало, и президент знал о том, что я с этим справлюсь и сделаю ровно так, без нареканий, как нужно. Ранее в комиссии по наградам при Министерстве обороны награды выдавались по заявлениям участников войны, которые описывали там какое-то событие, и где 5 человек подписывали, и в результате всего этого человек получал награду. Я полностью изменил порядок подхода награждения, где мы созывали всех полевых командиров с данной части, всех участников и однополчан этого человека. И если они подтверждали вживую, а не по написанному, мы только в этом случае приходили к тому, что человек достоин награды. Если говорить о комиссии по досрочному освобождению, я вам скажу, что это непростая комиссия, поскольку близкие люди всех душегубов будут стоять у тебя в кабинете и говорить о том, что их там муж, я не знаю, или ребенок самый лучший, самый хороший, и все это было по недомыслию. И с учетом понятийности, присущей абхазам, очень сложно было этому противостоять. Но я вам скажу, что мы решение принимали не большинством, а только лишь единогласно. Это было моим правилом, не дающим возможность для ошибок. И нареканий не было. Обратно же по студенческим лимитам в Российскую Федерацию. Вот архисложная комиссия. И в моем случае я за 4 года ее все отшлифовал и добивался максимальной справедливости, но не в полной мере, поскольку для этого нужно и участие российской стороны, где сами вопросы формируются на российской части, в российской стороне. И бывали сбои, когда вопросники оказывались у абитуриентов раньше, чем они приходили ко мне в виде там запечатанных конвертов, где по этому поводу я поднимал вопросы очень жестко, ставил перед представителями Москвы вопрос о том, что нам не нужны такие лимиты. Если вы их хотите отрабатывать на коммерческой основе, поскольку тогда вы должны об этом сказать, и это будет во всяком случае понятно. А в зоне там нашей ответственности, моей лично, если эти лимиты оплачиваются налогоплательщиками Российской Федерации, и они являются бесплатными и на основании конкурса, то будьте добры работать именно в такой плоскости, либо нам эти лимиты вовсе не нужны. И мне
немало пришлось копья поломать именно в этой комиссии. Ну, можно говорить о комиссиях других. У нас сегодня передача как бы не по мне лично, чтобы я на это концентрировал внимание. Виталий Викторович, интересно ваше мнение вот по какому вопросу. Очень много разговоров ходит вокруг этой темы. Насколько вы считаете должность вице-президента необходимой для нашей страны? Многие ее считают просто формальностью. Я соглашусь, поскольку должность высокая, но не несущая в себе содержание. В качестве выборного лица ты тоже ответственен за выборную программу, за обещания, а потом уже, будучи во власти, от тебя ничего не зависит, поскольку у тебя нет для этого рычагов. Если ты не можешь снять человека с работы, то между вами нет коннекта для того, чтобы ты мог взаимодействовать. В моем случае мне приходилось в жесткую там входить в клинч с людьми и только там за счет личностных характеристик, просто чтобы там не связываться со мной, там выполнялись какие-то поручения. По существу должность вице-президента нужно либо усилить, либо действительно ее устранить. И единственное, в чем эта должность уникальна, в том, что с нее нельзя снять, если человек сам не уйдет добровольно. А это важный момент, поскольку у каждого, практически у каждого из президентов, вокруг образовывается своя среда, которая формирует его мировоззрение, мироощущение, в результате которого действующая глава может в некоторой степени отрываться от действительности. И это окружение очень профессионально его блокирует от правильных решений. Там, и когда условно там 10 человек говорят одно, а ты приходишь и говоришь другое, понятно, что ты не можешь быть столь убедителен. Но должность вице-президента в данном случае была еще хороша и тем, что ее невозможно было заблокировать от общения с президентом и от подачи другого альтернативного мнения, которое идет вразрез с окружением. Причем таким окружением, которое меня умиляли во все времена. То есть это люди, которые при любой власти оставались на плаву в силу того, что могли создать комфортные условия, ну вот, для действующего лица. Как их охарактеризовать, дело второе, думаю, каждый для себя выводы сделает. Виталий Викторович, вы председатель политической партии «Абсны». У нас совсем недавно здесь в прямом эфире были представители, руководители политических партий. К сожалению, вас не было. Мы обсуждали очень много важных вопросов. Мне бы хотелось узнать, политическая партия «Абсны» принимает активное участие в выборах? И вообще, каким видит выборы президента Республики Абхазия 2020 года? Если говорить о нашем коллективном мнении как политической организации на выборах, которые прошли 5 месяцев назад, то мнение политического совета разделилось на тех, кто был за Стамура Тарба, и тех, кто был за Равля Хаджима. В силу этой причины мы приняли решение, что как организация не поддержим ни одной из сторон, поскольку есть еще один после выборов, и мы должны сохранить и организацию, и костяк, не переступая друг друга, но каждый на своем уровне был вправе поддержать того кандидата, которого он считает нужным. На выборах текущего года мы собираемся на следующей неделе для выработки мнения, кого мы поддерживаем на данных выборах. И мне не стоит забегать вперед по той причине, что устав нашей организации говорит о том, что председатель озвучивает, имеет право озвучить мнение политического совета. У нас главным действующим ресурсом является именно коллектив. Не далее, как через неделю, мы дадим публикацию и свое видение по этому поводу. Виталий Викторович, большое спасибо за то, что пришли сегодня к нам в студию, ответили на наши вопросы. Всего доброго. Уважаемые телезрители, я напоминаю, что у нас в гостях в студии ТТТ был
Виталий Викторович. Я хотел бы все-таки закончить наш разговор тем, что еще раз повторяюсь о том, что в мире главный запрос у нас справедливость, и здесь нам, в принципе, есть чем похвастать. Но чего нам не хватает при свободной, близкой к анархии, нам не хватает юридической ответственности, которая переходит в ответственность политическую власть зеркально от народа. Пока мы каждый для себя не примем, что государство – это мы, с уровнем цивилизационного мышления никакого механизма перегрузки ждать не придется. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, я уже попрощался. Встретимся совсем скоро. Всего доброго. На взирос.